На прошлой неделе воспитанницы спортивной школы «Березина» вернулись из Заславля. Там на грибном канале за звание лучшего боролась 31 команда из разных уголков страны. Наши Вероника Дорохова и Александра Мажуга дистанцию в 200 метров в двойке преодолели всего за 48 секунд и взяли серебро. В этом году, уверяет тренер, девочки справились на отлично. Это наш совместный экипаж с нашим отделением «Силизово». Мы сделали сборный экипаж нашей школы, и получился очень достойный, боеспособный экипаж. Они на предыдущей республике спартакиаде школьников были в призерах. Третье место, а тут уже добавили ступеньку выше, вторые. В копилке личных наград у Вероники Дороховой это уже 12-я медаль. Две из них с республики. С байдаркой на «ты» хрупкая девушка вот уже 4 года. Выходит на воду независимо от настроения и погоды. Во время тренировок все мысли о результате и возвращении на берег в целости и сохранности. Уверенность и опыт, признается, пришли только со временем. У нас была одна ситуация на самых первых моих соревнованиях. В первый день все было хорошо, мы шли большую дистанцию. Я была первая, а во второй день у нас что-то не пошло, у нас было много людей, была заполнена река. Одна девочка столкнулась с другой, я была между ними, и мы все кульнулись. И заехало только 3 человека, наверное, из всех, которые были. В эти дни юные байдаристы готовятся к новым стартам. Уже 19 августа они отправятся в Гомель. К слову, тренируются ребята круглый год. Летом, весной и осенью занятия на воде. Зимой в зале упор на физподготовку. Закаляют характер и подкрепляют спортивный дух на Березине 2 раза в день по 2 часа. Завтра очень важный день для нашей школы. Мы отправляемся в городской поселок Елизово, который славится своими традициями в подготовке чемпионов, для проведения контрольных стартов с целью формирования команды из лучших для дальнейшего участия в республиканских соревнованиях. Материальная база школы и профессионализм тренерского состава позволяют растить спортсменов высочайшего уровня. 3 выпускников «Березины» – Дмитрий Третьяков, Надежда Макарченко и Владислав Литвинов – мастера спорта международного класса. Сегодня в спортивной школе занимаются 167 ребят, а с 1 сентября на грибной базе ждут новых воспитанников с 9 до 12 лет. Записаться на береговой 57 можно уже сейчас. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.